Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам. Помощь доставили в провинцию Кханьхуа. Этот регион больше всего пострадал от разрушительного шторма. Самолет приземлился в аэропорту Камрань. Груз весом 42 тонны и стоимостью более 300 тысяч рублей сопровождали спасатели. На борту самое необходимое – продукты питания, теплые вещи, одеяло, палатки. Все уже разгрузили и передали вьетнамской стороне. Самое сложное – это, безусловно, значительное расстояние. Все-таки 10,5 часов в полете с Минска, ну, наверное, вот это основная трудность. Других каких-либо там препятствий для доставки гуманитарного груза ни со стороны белорусской стороны, ни со стороны вьетнамской, ну, не было. Поэтому мы благодарны вьетнамской стороне за четкую организацию вот работ, связанных с разгрузкой. Беларусь стала одной из первых стран, которые оказали нам гуманитарную помощь. Мы благодарны и будем помнить это. Ведь ущерб огромный. 700 миллионов долларов – это только в нашей провинции. Для Вьетнама, который в ноябре принял на себя разрушительный удар стихии, сейчас важна любая поддержка. Более 100 тысяч домов ушли под воду, около 100 человек погибли, пострадавших почти 4,5 миллиона.